день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети туристических агентств «Викинг Туристик». Я хочу вас пригласить на инспекцию отеля «Holiday Park Resort». Давайте пойдемте со мной и посмотрим, что здесь есть. Стандартный номер, ковровое покрытие, здесь две большие кровати, одна большая, одна маленькая, есть еще раскладной диванчик, плазменный телевизор, как обычно, кондишка. Ванная комната, здесь у них есть ванна, посмотрим, что здесь у нас, нет, ванна. Балкон большой, с видом на море и на территорию, территория компактная, вытянутая, здесь есть бильярд, это минус первый этаж, игровая комната небольшая. Магазины, детский бассейн, водные горки, еще один бассейн. Территория небольшая, зеленая. С вами идем на пляж, красивая зеленая терраса, вокруг растут пальмы, есть поле для волейбола, амфитеатр здесь же. Добрались с вами до пляжа, пляж галечный, видите, галька, песок насыпной, шезлонгов немного. Пляж небольшой. Пирса у них своего понтона никакого нету. Вот он весь пляж, видите, такой компактный. Вот такая галька. Зоны отдыха VIP. Здесь готовят гюзлеме. Есть такой еще релакс-бассейн. Стоять для бюджетного семейного отдыха. Сергей, спасибо. Какой это отель еще раз? Повторите. Holiday Park. Ну и что про этот отель? Расскажите пару слов. Этот отель бюджетный для семейного отдыха. Спасибо большое за ваш комментарий. Это контакты отеля Holiday Park. По ним можно связываться. Нет. Подытожим по отелю Holiday Park. Находится он в Алании. Концепция у него all-inclusive. Небольшая территория, вытянутая к морю. Wi-Fi в лобби и на пляже бесплатно. Два типа номеров. Стандарт 2+2.
номера небольшие, френч-кровать плюс диван, family 3 плюс 2, есть однокомнатные и двухкомнатные. Диско до 2 часов ночи бесплатно, анимация активная, а-ля-карт бесплатно, с 1.06 будет открываться, сейчас а-ля-карт не работает. $20 за полотенце депозит. Галька на пляже, не песчаный, а галечный, такая средняя галька. 30 за сейф. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что лучше добавить в это видео. И в следующие видео с вами был Лосинок Евгений.